поводу акции, я бы хотела все-таки призвать, вот знаете, у нас очень много друзей есть за границей. К сожалению, вот тоже перестали активисты заграничные выходить с нами на связь, на контакт. Это очень жаль. И я знаю, почему многие из них перестали выходить с нами на контакт. Точно так же, потому что повсюду ведется работа вот такими осетами, вот такими людьми, которые перекинулись на сторону режима. И их сегодня оболванивают, одурачивают. И я бы хотела обратиться к этим людям. Да, нам очень нужна поддержка. Нам нужна ваша помощь. Мы хотим просить вас, чтобы вы тоже выходили на такие акции, потому что люди, которые живут в свободных странах, они могут сегодня поддержать казахстанцев, тех людей, которые в неимоверных условиях продолжают бороться. А вы знаете, что Кенжебек Абишев, Алмат Жумагулов, вы видели, какие они акции проводят. Даже оставаясь в заключении, люди ведут борьбу. Они пришли в суд и затянули рот скотчем, чтобы показать свое бесправие, показать суду свое отношение. Это тоже вот жест, это жест не отчаяния, это жест свободолюбия. Это жест, который демонстрирует борьбу, что люди не сдаются. И люди с тяжелым здоровьем, там, с тяжелыми последствиями для здоровья продолжают бороться. Тот же Искандер Эримбетов, та же Василина, которая все-таки преодолела страх перед вот этими позорными следователями. Дима Пестов преодолели этот безумный страх, запугивание, все эти угрозы и рассказали правду нам всем. Это важно. И вот они продолжают борьбу. И наш с вами долг тоже их поддерживает. Потому что если уж люди в условиях несвободы могут бороться, мы тем более можем. Поэтому я обращаюсь сейчас к нашим зарубежным друзьям, соратникам, чтобы они проявляли активность и больше рассказывали о Казахстане. Я знаю, во многих странах живут казахи. Не оставайтесь равнодушными. Поддержите нас в этой борьбе. Это очень важно. Это принесет всем нам результаты.